Очередная шутка про Викторию Боню. Она собралась на свидание с копией бывшего возлюбленного и говорит, что этот возлюбленный, этот ухажер похож на Алекса Смерфита. И утверждает, что этот парень ходил в гости к какому-то человеку в подъезде из соседей в Москве. Ну что ты врёшь? Ты сейчас в Дубае находишься. Какое свидание? Ну, врёт на каждом шагу. Сказочница. Я ей не верю. Она вот совсем недавно в полуголом виде показывала себя на фоне океана в Дубае. А сейчас она говорит, что она ходит на свидание с кем-то. Она вруша.